Большой привет из Риги, друзья! Сегодняшнее видео – это наш очередной с вами поход по магазинам Second Hand, Humani и Киломаксу. Мы снова с вами идем поднимать себе настроение. Померяем виртуальной примерочной, посмотрим, что висит в зале. Не забывайте, друзья, что эти ролики виртуальные примерочные для вас. Вы можете, глядя на то, что я вам показываю, не только в примерочных, но и в зале, прикинуть на себя эту вещь, посмотреть, купили бы вы это или нет, а если бы купили, то с чем бы надели из вашего гардероба. В общем, мы с вами шопоголики, ну и не только, конечно, шопоголики, а люди, к которым интересно просто одежда, посмотреть что-нибудь, то нам с вами эти ролики очень нравятся, я надеюсь. Мне так точно нравится. Ну, идем мы с вами поднимать себе настроение, примеряться, посмотрим. Что-нибудь, может быть, купим, а может быть, и не купим. А сейчас я вам показываю очень атмосферное место в нашем городе. Называется Берго Базарс. Это такой квартал в центре города Риги. Очень уютный, очень атмосферный. Офисы, отели, жилые квартиры, магазины, кафе. То есть, ну просто город в городе. Очень маленький, очень уютный. Thank you.
Ну вот нашла такую размахайку, разлетайку. Скорее всего, это туника. Такие кармашки. Льняная. Цвет, ну цвет не очень мне подошел, на мой взгляд. И достаточно широкий открытый вырез. Этим мне не понравилось. Хотелось, знаете, немножечко более закрытое вверх. Вот такой джемпер или свитер. Что скажете мне, друзья? Очень красивая вышивка. Не понравилось. Вот понравился ворот. Не понравился на рукаве. Такое, не знаю, что это, как болталось. Блузон белый. Он мне, к сожалению, был маловат. Где, видите, там вот пояс, то есть там по качеству было хорошее, хотя бирка была отрезана, но чувствовалось, что вроде бы хлопок. И модель очень хорошая, но, к сожалению, этот блузон был маловат. Вот такая, знаете, ну, майка, а сверху очень легенькая, что-то там, по-моему, даже по качеству было хорошее. Ну, такое, знаете, летний вариант. И мне понравилось, что достаточно взросло выгляжу. Вот это что-то было очень интересное. Видите, как блузон, а сверху как тоненький джемперочек надет. Интересная на груди аппликация. И цвет такой, знаете, нейтральный. Ну и модель, в принципе, достаточно интересная. Под летние брючки. Ну и туника Маримека. Не могла пройти мимо. Слишком яркий цвет. Что скажете вы? Может быть, все-таки она мне нужна была? Именно вот эта туника. Ну и вот такой же, в этом же, в этой Хумане, в другой день, правда, вот такой блузон. И две сумки. Сумки по размерам очень хорошие. Я бы, знаете, вот даже не знаю. Посмотрите, мне они обе понравились. Это, конечно, была поприличнее. Светлая, а как знаете, вот сейчас лето близится, весна-лето. Цвет у нее был хороший. Но выглядела она, конечно, не то что дешево. Ну, выглядела достаточно просто. И вот такая же черная в этой же Хумане. Там что-то были мухи, бабочки. Но она была по качеству слишком, знаете, такая каленая. Хотя вот размер и один, и второй сумки очень хороший. Для меня так просто, знаете, вот идеальный. Правда, было тут плохо то, что одно отделение... Но вот эти две сумки мне понравились.
Это уже другая хумана, друзья, двухнедельная тоже. Вот нашла такое платье льняное. Понравились карманы, цвет, длина, рукав очень хороший, то есть до локтя. Ворот тоже, ну все-все, ну мне понравилось. Что скажете вы, друзья, как вы считаете, хорошее платье или нет? Вот такое еще лимонное, ну, наверное, лимонный цвет. Не очень понравился рукав, то, что оно застегивалось на пуговке, и не очень длина понравилась. Ну и вот там, видите, как бы отрезное, немножечко в груди сжало. Черное платье, друзья, очень интересная модель. Оно такое сверху, как, знаете, вот сеточкой, такой, причем грубой сеткой. Еще одно платье, платье-сарафан, тоже льняное, но, по-моему, вот в груди мне мало, немножко, видите, тянет. И то, что нету рукава, тоже это, по-моему, не очень было хорошо. Опять белый блузон или блузка. Видите, там внизу резинка. Ну, в общем-то, по размеру неплохо, модель классическая. Хороший рукав тоже вот три четверти, не три четверти. Вот такой как бы жакет. Что это, скажите мне, пожалуйста. Кардиган льняной, лен, опять космическая модель, большая пуговица, очень интересный ворот. На самом деле ворот очень интересный. Вот, в принципе, этот джемпер я взяла в примерочную только по одной причине. У него, по-моему, там был просто супер-пупер состав ткани. Ну и, конечно, цвет, который мне очень подходит. Так, в принципе, ничего такого особенного. Вот очень понравилась джинсовая рубашка, друзья. Посмотрите, как хорошо с джинсами. Там тоже, знаете, аппликация, что-то было такое очень веселенькое. Она такая, как выверенная джинсовая рубашка. По-моему, на весну, лето просто замечательно. Если надеть еще белые кеды и рюкзачок. Вот очень понравилась эта майка. Посмотрите, какой тут изумительный попугай. Просто изумительный. Правда же? Ну вот не понравилось то, что ворот широковат. А попугай там просто, ну просто супер-пупер. Какие-то пайеточки. Вот еще одна интересная блузка, блузон. Сзади там был трикотаж. А перед он такой, как атлас. Довольно интересная аппликация впереди. И цвет мне понравился. Хотя, опять-таки, вырез ворота очень широкий. Вот это очень понравилось. Видите, такая блузка, блузон. Очень нежная, если летом, с льняными брючками, например. По-моему, очень даже неплохо. Что скажете вы, друзья, как считаете? Ну и вот очередная рубаха в полосочку. Ну, вы знаете мою любовь к полосочке. А это прямо, знаете, как платье. Ну, правда, по-моему, очень-очень большое мне. Такая майка тоже очень интересная. Там, знаете, какой-то космический был... Что-то космическое. Ну и вот взяла платье вам показать. Что скажете? Хорошо мне в этом платье? Или все-таки очень я выгляжу в ней взросло? Мне не понравился вырез. Какой-то, знаете, достаточно глубокий вырез получился.
Ну вот, посмотрите, пожалуйста, нашла такое платье, мерить не стала. И вот этот блузон вроде бы был красивый, но очень синтетика. Вот, посмотрите, взяла в примерочную показать вам эту юбку. Юбка очень интересная, очень. Посмотрите, она состоит из двух частей. Такая куртка, мне понравился цвет, воротник, резиночка. Но она была на меня, ну, знаете, вот немножечко маловато. Как вы считаете? Хотя, конечно, по цвету, ну, цвет, на мой взгляд, мне очень хорошо. Этот серебристый. Вот такое платье. В принципе, очень тоненькое, очень легенькое, очень яркое. Там натуральная ткань была по составу. И знаете, вот если с летним чем-то. Спасибо всем, друзья, вам, кто досмотрел этот ролик до конца. Он был очень длинным. Надеюсь, что он вам понравился. Ну, а тем, кто досмотрел и не пропустил рекламу, спасибо вам отдельное. Хочу сказать, друзья, что я в этот раз ничего не купила. По разным причинам. Либо было маленькое, либо наоборот большое, либо цвет не понравился. В общем, скажите мне, пожалуйста, друзья, возможно, я что-то зря не купила, и мне надо было это сделать. Спасибо вам большое за просмотр и хорошего вам настроения. И пока-пока, друзья!